Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устях моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его в кубе. Взыскав Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Все нищие воззвай Господь услышай, и от всех скорбей Его спаси. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и жив уповает на. Бойтеся Господа все святые Его, яко не спешения боящимся Его. Богати обнищаша и залкаша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Богородицу и Матерь Света в песне возвели. Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасе моем. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искления Богослова росшую, сущую Богородицу тя величаем. Яко призри на смирение рабы свои я, себо отныне ублажат мя сироди, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искления Богослова росшую, сущую Богородицу тя величаем. Яко сотвори мне величий и сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искления Богослова росшую, сущую Богородицу тя величаем. Сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мыслию сердца их, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искления Богослова росшую, сущую Богородицу тя величаем. Низложи сильные со престол и вознеси смиренные,
Алчущие исполни благи, богатящиеся отпусти чи. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тя величаем. Восприят Израиля отрока своего, помянуть и милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тя величаем. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Твоєму Сину, Святому Духу, і нині присні, і вовіки віков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святий, посети истину немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твоєму Сину, Святому Духу, і нині присні, і вовіки віков. Амінь. Отче наше же исти на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, но не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, да не пресне на веки веков. Аминь. Господи, помилуй нас, всякого было ответа недоумеющейся, и эти молитвы, яко владыцы грешные, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас. На все бы уповахом не прогневайся, да не зело не жив, помяни беззаконие наше. И призри, яко привели, но призри, яко было утробено, избавено от врагов наших, ты увидишь, и Бог наши, мы люди Твои, сидела руку Твоей, и имя Твое призываем. И ныне и пришли во веки веков, аминь, милосердие, двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, помоясь и спасение рода христианского. Пречистому Твоему образу поклоняемся, благие, просящие прощения при грешении наших. Христе Божий, волею Бог благоволилась и плоти взяти на крест. Избавишь, я же создалась от работы вражей, тем благодарственную приемте, радости исполнится все вся. Спаси наш пришедший, спаси мир. Милосердие, сущий источник милости, сподоби нас, Богородица. Призри на люди согрешившие, яви, яко пресна сила Твоя, на тебя уповающе радуйся, вопиенки, яко же никогда говорил, бесплодный, как и стратег. Господу помолимся. Господи, не спаси народу, принеси на сорти святого жилища Твоего, и укрепи прилежащую службу Твою, и не осужди на престолу, страшному престолу Твоему, и бескровное священное действие совершу. Это Твое есть Царство, и сила, и слава, на веки веков. Аминь. Сокровища плодих, и очистены от всякие скверны, и спаси блажа души наши. Слава Вышним Богу и на земле мир, человек за благоволение. Слава Вышним Богу и на земле мир, человек за благоволение. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестя хвалу Твою. Время сотворите, Господи, высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Декана. Тут будет упоменен Господь Бог во Царстве Своем, всегда на ней присно и по веки веку. Аминь. Закатим.
Молимся. Благословен Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Помолимся. Услышним в мире и спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Святем храме всем и с верою, у плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, пленных, и о спасении их Господу помолимся. Славитесь нам от всякие скорби, гнева и души, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Святую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу, нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Это подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господи, помилуй.
больше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Якого благо человека любит Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Слове Твоему. Премудрость. Прокимен глаз седьмый. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко святое. Огневаются люди. Уба и родство есть, а спасаемым нам сила Божия есть. Писано то есть, погублю премудрость премудрых, и разум разумных отвергу. Где премудр, где книжник, где совопросник века сего? Не обуили Бог премудрость мира сего, а неже Бог премудрости Божией, не разумея мир премудростью Бога. Благоизволил Бог, пусть он проповеди спасти верующих, а неже иудеи знамение просят, и евреи премудрости ищут. Мы же проповедуем Христа распята, иудеям во соблазн, еленам же безумие, самим же знанным, иудеям же и еленам Христос. И духами твоему, премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Его достижал и сирить верно. Святого славного всехвального апостола и евангелиста Иоанна Богослова, да даст глагол тебе, благовествующему силою многою, во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. Премудрость, прости услышать святого Евангелия. Мир всем! Он Иоанна святого Евангелия чтит. Thank you.
Речи Господь о пришедшем к нему иудеям. Аз иду, изыщите меня, и во гресе вашем умрете. А воже аз иду, вы не можете прийти. Глаголоху убо иудеи, едася сам убиет, яко глаголит. А воже аз иду, вы не можете прийти. И рече им, вы от нижних есте, аз от вышних есть, вы от мира сего есть, аз не есть от мира сего. Греху бо вам, яко умрете во гресех ваших. А чего не имете веры, яко аз есть, умрете во гресех ваших. Глаголоху убо ему, ты кто еси? И рече им Иисус, начаток, яко не глаголю вам. Много имам о вас глаголоти и судите, но послал имя истинен есть, и аз я же слышав от него, сия глаголю в мире, не разумеша убо я до отца им глаголоши. Рече же им Иисус, егда вознесете Сына Человеческого, тогда уразумеете, яко аз есть, и о себе ничего же творю, но яко же научи мя Отец мой, сия глаголю, и послал имя со мною есть, не остави меня единого Отец, яко аз угодною ему всегда творю. Сия ему глаголющу в лозе веровоша. Господи, 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 Господ
нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о господине преосвященнейшем епископе Елисее. Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.
Господу Царя всех будет небесными невидимо, но и на всего чинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тайна образующая животворящей Троицы, Пресвятую песнь припевающую, всякое ныне житейское Божие причине. Я буду царя всех под вимами, что ныне видимо горится в чинами. Аллилуйя, аллилуйя. Троицы, Пресвятую 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 Патриарха Московского и всея Руси, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского,
Да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Блаженно почившие мученики и исповедники за веру православную Отечество Российское, от безбожных властей убиенные, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический, монашеский, иноческий чин, весь причет церковный, настоятели, братья, святые обители сия, где начальствующих, учащих и учащихся, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Да поминет Господь Бог. Исполним молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. О предложенных честных дарях Господу помолимся. Yeah.
скорбящего, и же Отцем и Сыну споклоняемо и славимо Глагошего пророки, полетину святую и соборную, и апостольскую церковь, и споведую Литву и крещение, восставление грехов, чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь. Станем добре, станьте. Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Thank you.
и спасли его Бога твоего, святаго на ты, и на принадлежащие Божия. Тело Христа дым, я даже в этим очищаюсь. Наших у Господа просим.
прегрешения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. Святого Духа и спросивши, сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И сподоби нас, Владыко, содерзновением, неосужденно сметь и призывать и Тебе, небесного Бога Отца, и глагола Тебе. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем долгом нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от плохого. Мир всем! Главы ваши, Господи, преклоните! Благодатью и щедротами человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Господи, преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! В этом году мы вспоминаем знаменательное событие 1025-летие крещения Руси. В далеком X веке Русь трудами святого равноапостольного князя Владимира восприняла от Византии христианскую веру и культуру, сделав духовный и цивилизационный выбор, определивший вектор исторического развития наших народов. По словам митрополита Киевского Илариона, вера благодатная по всей земле распространилась и до нашего народа русского дошла. Все страны благой Бог наш помиловал и нас не презрел, восхотел и спас нас, и в разумение истины привел. За прошедшие 1025 лет имели место как славные, так и трагические события. Вера Христова усваивалась нашими предками и приносила обильные плоды. Но происходило это в очень непростых условиях. Многие пытались отвратить народы Руси от православия. К этому стремились поработители, приходившие с запада или востока. Этого хотели люди, желавшие построить на земле идеальное общество без Бога, вопреки его вечному закону. Но народ, принявший христианскую веру, не один раз доказывал верность Спасителю. Смог он вернуться к нему и после отступления, навязанного жестокими гонителями. Вопреки их немощным дерзостям, сердца и души многих наших соотечественников освящены истиной Христовой. Хранить эту истину и созидать на ее основании личную и общественную жизнь – наш долг и духовная необходимость. Мы должны усвоить уроки прошлого, и главный из них таков – здание нашей цивилизации не может существовать без евангельского фундамента, на котором оно было возведено. Сегодня многие вновь предлагают нам строить жизнь без Бога. Свободу подчас трактуют как следование любым желаниям, в том числе внушенным человеку извне. Такое понимание свободы может расшириться до пределов, когда она начнет угрожать и естественному нравственному чувству, и долгу перед ближними, и в конечном итоге самой возможности говорить правду и поступать по совести. Нации, утратившие этику самоограничения и служения Богу, Отечеству и ближнему, теряют духовную силу, становятся слабыми и уязвимыми, что влечет за собой угрозу исчезновения и печальную перспективу уступить свое место другим, духовно более сильным. Нам нужно ясно понимать это и не идти путем, ведущим к погибели, памятуя слова пророка. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Современный мир сталкивается со многими бедами: преступностью, терроризмом, ростом количества самоубийств, абортами и распадом семей, алкоголизмом и наркоманией, разрушением окружающей среды и социальной несправедливостью, одиночеством, душевными страданиями многих людей. Преодолеть эти невзгоды возможно на пути возрождения веры в Бога, который готов даровать прощение грехов и благодатную помощь для новой жизни и отдельным людям, и целым народам. Крещение Руси – это животворный источник, питающий нас доныне и дающий силы созидать
жизнь стран наследников исторической Руси на основе вечных ценностей, полученных нами от Бога и соединяющих нас духовными скрепами. Эти ценности и обусловленные ими миропонимание внешне отразились в культуре наших народов, включая изобразительное искусство, архитектуру, литературу, образование, семейный и хозяйственный уклад, отношение к природе и многое другое, что формирует общность единого духовного пространства наследников Святой Руси. Четверть века прошло со времени начала возрождения Русской Церкви. За эти годы восстановлены и построены десятки тысяч храмов и сотни монастырей. Возобновлена и поставлена на прочную основу церковная деятельность во многих областях. Являясь мощным духовным и нравственным фактором бытия наших народов, православная вера стала достоянием миллионов людей. Со смирением следует признать, что мировая история не знает столь грандиозного и стремительного религиозного возрождения, какое произошло на пространстве исторической Руси за последние 25 лет. Мы возносим наше искреннее благодарение Богу, который есть Господь истории, за милость, явленную нашим народом. Мы сердечно благодарим всех, кто своими трудами ответил на призывающую благодать Божию и сделал все это возможным. Однако многое еще предстоит совершить, ибо Господь ждет от нас новых плодов, и главным из них должно стать единство веры и жизни, утверждение евангельской истины в словах и делах наших соотечественников. Мы помним, что на протяжении истории судьбы народов, духовно рожденных в Киевской купели, складывались по-разному. В прошлом они жили в едином государстве, простиравшемся от Балтийского моря до Черного, от Галиции до Волги. В иные периоды некоторые из этих народов находились под иноземным владычеством, входили в состав других государств. Долгое время мы вместе жили в одной большой стране, а сейчас в нескольких суверенных государствах. Но неизменно существовало и ныне существует наше духовное единство, сохраняемое благодатной силой Божией и общностью нравственного идеала, проповедуемого и оберегаемого Русской Православной Церковью. Народы, в которых укоренилась святая православная вера, призваны по наставлению преподобного Сергия Радонежского воззрением на Святую Троицу преодолевать ненавистную рознь мира сего, служа примером братства и взаимопомощи для всего человечества. Святая Русь жива до тех пор, пока она верна выбору, сделанному равноапостольным князем Владимиром, пока сохраняет свое духовное единство, пока помнит и молитвенно чтит наших общих святых. И если мы сбережем это единое наследие и духовное родство, то у нас есть будущее. Бог молитвами святых в земле русской просиявших да даст нам утвердиться в истине, на которой всегда созидалась, и верим, будет созидаться жизнь наших народов. Аминь. Пугание и осуждение воскрема отеча святых твоих, в духа Сына моих, корени страх твой всех, воде всех моих и освящение моих, твои неотъемлемо от меня сотвори, и будими помощника, заступника кормляя, в мире животного и
сподобляє, я дійсную тебе предстояние со святым, человеколюбие наше, все восприемы смешение, очистых и десными крови, почистит хорошее тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия, и мире, и силу над Твоим восприятием, животворящие спасительные страдания восприемые, крест, гвозди, копия, смерть, мертвит, моя душа пленная, страсти телесные, погребение Твоей адовом, принимай царствие, погреби моя благими помыслы, лукавое советование и лукавствие, духи разори, тридневным Твоим оживоносным воскресением, падшего праца восставим на грехом побольшегося образа непокаяния предлагая, преславным Твоим вознеснитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделовые, приятелищи меня покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселенней, правда, умилосерди все по Господи, и не обличи меня грешного, но сожалея мне все Твои тела дерзая восприятие, да не опали воду, но прими меня, как же оное, и просвети мои душевные чувства, похваляй мои греховные вины, молитвами бездельно родшие тя, и небесных сил, яко благословенный силами Тебе Бога, от скверных, от стен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненные прими моления, Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголати, я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что не подобает творить мне глаголати, согреши, паче плотницы, я же видя, где обитаешь и не раскупивши, приди, дерзость и помазать в твоей ноте, Бога моего, владыки, Христа моего, я тоже он, не отвинулись и пришедше, от сердца ниже меня возвышается слове, твои же не подашь носи, держать и целовать, и строями с лезвиями, яко многоценным миром сие дерзостно помазать, помыть меня слезами моими, очисти меня, ими слове, остави и прегрешение мое, и прощение не подашь, весь узел моих множеств. Братья и сестры, кто готовился к причащению, будете сюда подходить, сейчас будет доступ к три чаши, и не торопитесь. Со страхом Божиим и верою приступите. Сын Бога Живаго, Сын Бога Живаго, пришедший в мир грешные спасти, пришедший в мир грешные спасти, как не посиели самое пречистое тело Твое, как посиели самое пречистое тело Твое, и сия смесь, вещи Твоя, Сыне Божий, причастника мя приими. Сыне Божий, причастника мя приими. Небо врагом твоим тайну повем. Небо врагом твоим тайну повем. Не лобзание ти дам, яко Иуда. Не лобзание ти дам, яко Иуда. Но яко разбойник исповедую тя. Но яко разбойник исповедую тя. Помяни мя, Господи, во царстве твоем. Помяни мя, Господи, во царстве твоем. Да не в суды ли во осуждение будет мне причащение. Да не в суды ли во осуждение будет мне причащение. Пречистых твоих таинств, Господи. Пречистых твоих таинств, Господи. Новое исцеление души и тела, аминь. Новое исцеление души и тела, аминь. Причащаться телу и крови Господа нужно обязательно только после исповеди и предварительно прочитав канон и молитвы ко святому причащению. Кто так приготовился, приступайте.
люди Твоя, и благослови достояние Твое. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
нас того благодатью и человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостол, и Пресвятых Отца нашего Иоанна, епископа Константинопольского, Златоустого, святого великомученика Никиты, священномученика Иоанна, Андрея, Григория, Григория, Иоанна, пресвитера, преподобного Игнатия, исповедника, священномучеников Дмитрия, Иоанна, Иакова, Петра, Николая, пресвитеров и Николая, диакона, преподобных мучениц Евдокии, Марии и мученицы Людмилы, святителя Акакия, исповедника, епископа Мелитинского, святых мучеников Максима, Феодота, Александры, Порфирия, первомученика архидиакона Степана, святителя Иосифа, епископа Лавернского, преподобного Филофия, пресвитера в Малой Азии, святителя Симеона, архиепископа Саулского, и священного ученика Николая же в Верхнем Гнутове, святых и праведные Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеку любит. Спасибо отцу наместнику. И люди имеют возможность прославить Господа. Многие причастились святых христовых тайн. Я поздравляю всех причастников. Хочу сказать, что надо чаще причащаться святых тайн тела и крови Христовых. Потому что во Христе вся наша сила, все наши возможности сделать что-то доброе и полезное для своих ближних. Христос – наша радость, наше счастье. Особенно Он будет таковым после нашего перехода из жизни временной жизнь вечную, надеюсь, Царство Небесное. Я желаю нам с вами так провести земную жизнь, чтобы удостоиться этого Царства Небесного. Без помощи Божией этого достичь невозможно, а с Богом все можно сделать ко благу и своему собственному, и всех своих ближних. Мир вам, Божья вам любовь. Я приветствую отца, теперь уже епископа Елисея, епископа Люпинского и Новоаннинского. Рад его видеть, рад был с ним молиться. И радуюсь за вас, что вы пережили эту нашу молитвенную, божественную литургию и молитвенное общение. Мир вам и Божьей вам любовь. Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Герман, дорогие отцы и братья и сестры, сердечно вас поздравляю с сегодняшним днем. И для меня, как бывшего, можно сказать, насельника этого монастыря... Один из первых насельников. Вот. Когда только что монастырь зарождался, я не мог и подумать, что когда-нибудь здесь, вот на этом месте, где топтали
сапоги наши молодые ребята, солдаты, мы будем служить божественной литургии. На этом историческом месте, где был Святой Дух в монастыре, слава Богу, он и был, и он уже есть. И мне это очень радостно. И, Владыка, я очень благодарен за ваше приглашение вместе с вами поучаствовать в сегодняшнем торжестве, богослужении, посвященное 1025-летию крещения Руси, а также дню прославления святого священномученика Николая, пресвитера Верхнегнутовского, пока, к сожалению, единственного нашего святого в нашей митрополии. Но мы надеемся, что еще будут святые. Да? Я вас очень благодарю, потому что все, что связано здесь, в монастыре, оно связано с вами. Вот. И дай Бог вам здравия, долгих лет и многие благое лето. Спасибо вас, Господи. Спасибо. Прошу передать приветствие вашей пастве в Урюпинске. Спасибо, Владик, обязательно. Многолетие. Будьте здоровы и счастливы. Благодарю вас за отличное пение на этой божественной литургии. Спасибо. Ирина Михайловна Гусева пришла нас поздравить. Заходите, скажите, чего вы хотите. Я знаю, что вы только хорошее можете сказать. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, братья и сестры, разрешите сегодня, в этот солнечный день, поздравить вас, поздравить каждого из нас с великим праздником. Праздник души, мысли, тела. Наш президент, находясь на Валдае, сказал о том, что нам очень необходимо сегодня, как никогда, быть крепкими духом. Дорогой любимый Владыка, от всех жителей Волгограда, поздравляю вас с этим светлым праздником и желаю вам долгое лето. Спасибо за то, что объединяете нас, даете нам веру, укрепляете в нас дух. И сегодня, в этот день, только вступив в должность главы, прошу вашего благословения для добрых дел во имя жителей Волгограда и нашей области. Елена Михайловна, я вас приветствую с новым... Ну, не назначением, а избранием, наверное. Вот. И я не помню, чтобы до вас какая-нибудь дама была мэром города. По крайней мере, в мою здесь бытность. Но вас поздравляю с таким хорошим почином. И многое-многое у женщин получается гораздо лучше, чем у нас, у мужчин. Успехов вам в вашей работе. И всей общественной, городской и областной любви вам. Спасибо тебе, что ты приехал. Мы с тобой старые товарищи, вот, и я рад, что Господь нас свел. Теперь ты стал тоже епископом, я помню, когда ты был одним из первых учеников первого года обучения в Волгоградском духовном училище. А как долго времени, да, прошло? Много времени прошло, но сейчас вот мы видим перед собой уже маститого иерарха, возглавляющего славную Урюпинскую епархию, весь северо-запад нашей области. Божьей вам помощи, дорогой Владыка. Спасибо, Господи, Владыка, за вашу молитву, за вашу любовь. И еще раз я... Ну, как какое-то воспоминание Рахнеллу, что когда мы были здесь первыми такими насельниками этого монастыря, Святодухового монастыря, когда мы вот совсем даже и не ожидали вот такого, ну, можно сказать, продолжения, да? Не думали об этом совершенно, молодые были. Но была радость встречи, во-первых, с Господом, которую вы нам дали. И за эту радость, Владыка, я вас очень-очень благодарю. Спасибо вам большое. Спасибо, Господи, Владыка. Спасибо, что вы нас посетили. Спасибо, что служили с нами в Божественной литургии. Многое вам лет. Доброго здравия. Дорогие отцы, братья и сестры, благодарю вас за это богослужение. Дорогие наши
питомцы, певицы и певцы, вы так прекрасно пели сегодня, что я думал, что я на небе нахожусь. И совсем забыл, что эти хлипкие подмостки под ногами. Думал, что это облако. Спасибо вам. Успехов вам. Счастья, здоровья. Каждому свое отдельное счастье. Исполняйте, деспота. Сегодня солнце не только на небе, но и в наших сердцах. Поэтому разделите с нами нашу радость и порадуйтесь со всеми, кто вас пришел поздравить.
Целуйте руку. Не будем портить сами себе праздник. Будем терпеливы и взаимовежливы. Матушка Богородица.
Мир без войны на
прощение, все прощение, все прощение. Царица небесная, матушка заступница, помилуй нас грешных, немощных спаси. Мы же безумные, мы же неразумные. Молим тебя, матушка, сына попроси, попроси. Господи ты, Господи, как же нам исправиться, как же обрести любовь в немощных сердцах? Thank you.
над землей лететь, плыть морями, подниматься в горы. И всегда нас будут покорять наши необъятные просторы. Жечь вами росы на траве, здесь мы вечно бегали босыми, тысячи намоленных земли. Это наша родина, Россия. Если вдруг случится небо, запылает над тобой, мы с тобой, мы с тобой, Россия. Мы страны велика и дети, нам не страшен бой любой. За тебя, Россия, с тобой и за тебя. И не сможет солнце светить всей страны под этим небом синим, где с рождения воздух синий, самоцветный россыпь Россия. Из далекой глубины веков набирая мощь свою и силу, материнским мы питали молоком. Сохранять и защищать Россию. И если вдруг случится небо, забываем над тобой. Мы с тобой, мы с тобой, Россия. Мы страны великой дети, нам не страшен бой любой. За тебя, Россия, с тобой и за тебя. Россия, сколько бед, сколько зла пережить ты смогла, оставаясь с тобой же, как и прежде. Ты радость и бой, навсегда мы с тобой. Наша Родина, наша надежда! И если вдруг случится небо, забываем над тобой. Мы с тобой, мы с тобой, Россия! Мы страны великой дети, нам не страшен бой любой. За тебя, Россия! С тобой и за тебя, Россия! Спасибо, друзья. Храни вас, Господи. Православный. Этот день священный пусть запомнят люди, и благословенным край наш вечно будет. Словно свечка, вера душу освещает, пусть же ярче светит, пусть не угасает. Пусть не будет места спорам и злословью, сердце наполняется счастьем и любовью. Честные отцы, дорогие братья и сестры, участники, организаторы и благотворители концерта, посвященного 1025-летию крещения Руси и памяти священномученика Николая Попова Верхнегнутовского, святого покровителя земли Волгоградской, желают вам сил духовных и телесных в несении жизненного креста. А с праздником вас поздравляли Свято-Духовская церковно-певческая школа, руководитель Серова Елена Дмитриевна, автор-исполнитель Инна Чижова, ансамбль танца «Счастливое детство» школы искусств номер 8, руководитель Гацадзе Сосо Заурьевич, вокальный ансамбль «Родники», солисты Елена
Усова, Андрей Кисляков, Михаил Королев. Автор-исполнитель Ника Васильева. А подготовили и провели программу Народный молодежный театр «Благодатное небо». Руководитель Дмитриева Елена Александровна. Мы не прощаемся, а говорим вам до свидания. От всей души желаем вам мира и радости. Слово организатору, отцу Василиску. 2000 лет тому назад Бог Вселенной послал на землю Сына Своего Единородного, Иисуса, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И если мы сегодня с вами на Божественной Литургии молились от чистого сердца и с твердым убеждением о помощи и о милости Божией, то мы должны быть с вами уверены, нас Бог слышал. Потому что Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Счастья вам, благополучия. И если такие люди еще есть в нашей России, то Россия жива. Радость вам, светлый миг любви, радость всех.